Снова всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек. Мы продолжаем играть в FIFA 17 за отбросов. И так как у меня Шурли травмировался, я посмотрел на два матча травмирован. Я решил доиспользовать контракты Рияда Мареза, как раз у него два матча осталось. В принципе, можно было бы еще Косту на один матч поставить, чтобы единственный его контракт потратить, и тогда и сыгрывать будет побольше. Но я вот пока не знаю, хочу ли я Чичу оставить или все-таки... Давайте все-таки Косту поставлю. Нам сейчас, в принципе, реально нужны очки. Надо бы их зарабатывать. Поэтому я пока что уберу вот отсюда Бамиянга. Так, и скорее всего, ну, Коста, так как он арендованный, я его весь матч буду гонять. Да, как раз у него одна игра осталась. Если что, у меня Икарди есть. Если что, у меня есть Дибала, которую я буду оставлять на более высокий дивизион. Например, на второй, если мы туда выйдем. Прям, мне кажется, за Дибалу за 7 матчей реально можно вещей натворить. Так что я пока его приберегу. Вот, 96 сыгранность. Можно еще налево, конечно, Буфаля поставить. Будет ли сыгранность больше, мне кажется, нет. А нет, будет все-таки, да? Просто я думал, здесь два сразу линка было, а здесь только один к нему идет. Ну плюс позиция почти. Вот давайте вот так сыграем. Заза на замене. Так, Бернард Диаби, Рамирес я сюда поставил вместо Ройса. Шнайдерлин, Крыховяк и Ари. Я знаю, кстати, мне многие пишут, попробуй не клише, а Бакари Санья из Манчестер Сити, он у меня есть. Но правда, мне Кляйн гораздо больше нравится. То есть он, да, конечно, он убегает вперед постоянно, но он очень быстрый, ну и можно реально вернуться назад. Санья все-таки уже не такой скоростной. Плюс он реально какой-то тяжелый такой правозащитник. Мне вот он не очень нравится. Вот, все остальное то же самое, поехали. Ну что ж, соперник довольно быстро сегодня нашелся. И эта АПЛ-очка довольно средняя. Ну, примерно, наверное, как у меня. Батланд на воротах, который жестко тащит. А так, в принципе, вполне равный состав. Габриэль Джезус у него в нападении. Справа и слева фланги Арсенала, который на протяжении скольки, наверное, уже 7 или 6 частей. Одни из самых быстрых игроков на этих флангах. Ну, поехали. Нам надо выигрывать теперь. Нам нужно выигрывать вообще, по сути, бы все. По-хорошему, я бы даже сказал. Не по сути, а по-хорошему. И вот, кстати, сегодня в верховой борьбе реально может Коста побороться. Если Чичарита не особо был силен в этом аспекте игры, то Чемберлен промахнулся по пустым. Но на самом деле мы сейчас должны были пропускать. И нам очень сильно повезло. Очень-очень сильно. Так, ладно. Главное не допустить вот расслабленность, которая у меня в прошлой серии была. Где в итоге очень важный матч проиграл, который мог, по сути, выигрывать. Морес, Коста. И опять какие-то подлагивания, но мяч как Лена, и очень плохой удар. Там Буфалич что-то недоволен. Ноль-один. Я не знаю, как мы это пропускаем, почему мой защитник не прыгает, понять не имею, но мы проигрываем уже. Морес очень хорошо прошел удар. В итоге он падает, но там защитник, естественно, играл в мяч. И снова потеря. Снова Морес с мячом. Ну вот теперь хорошо в угол пробил, но тут Батлон засейвил. Ну, кстати, во втором тайме мы прижали его под конец. Хоть какие-то атаки пошли, удары. А нет, снова по центру, по сути, удар. Легкий для вратаря. Ну что ж, начался второй тайм. Пока мне очень сильно не нравится, как мы играем в центре поля. Мяч вообще не держится. Атаки... Хоть мы и создаем, у нас 9 ударов было за первый тайм, но... Конечно, из 9-то ударов можно было хоть что-нибудь забить. Ой, Морес, хорошо как! Я решил так тихонечко на дриблинге остаться с мячом. Чтобы он пытался там пас где-то перекрыть, а я в итоге бы продвинулся немножко и пробил. Ну вот, сделал все как надо. И опять не отдала. Бей сам. Снова сейв батл. Ну я говорил, он, блин, тащит очень много. Понятно, что удар не стопроцентный, знаете, когда уже прям в пустые ворота и вратарь как-то сумасшедший сейвит. Но все равно посмотрите на это. Разве это не хороший сейв? Итак, навес, удар, Ндзонзи. Нет, там опять Дели Али. Такое чувство, как будто у Дели Али рост 2,5 метра. Серьезно, он весь верх забирает. Ой, Диего, хорошо прошел. Пас. Еще один. И... 1-1.
1-1. Не зря я выпустил его в этом матче. Все-таки один гол он забил. Фух. А там Суарес, кстати, голевой отдал. И очень хорошо они с ним вдвоем прошли. В стеночку сыграли. И вот ничейка. Сможем ли вырвать победу? Хотелось бы, конечно, очень. 4 очка нам невероятно нужны. Ой, хороший Ниго. Как же он топово играет. Вот это, блин, просто супер защитник. Мустафи причем вообще так не заметен, как и Ниго Мартинес. Это просто какой-то топ. И в итоге ничья, блин, опять. Ну тут мы, по сути, отыгрались, так что, наверное, результат справедлив, но... Сколько моментов у нас было, серьезно? Сколько цив в батлан сделал? 16 ударов, из них 9 в створ. Я не удивлюсь, если батлан... 7-0 у него оценка, серьезно? При 9 сейвах. Вот рили... Вальдес только 3 сделал. Ох, ну ладно. Диего Коста хотя бы сделал свое дело. Забил гол. Потратил этот арендованный матч. 1-1-3. Вот это да. Ну, примерно то же самое. По-моему, прям точно такая же статистика у нас была. В прошлом дивизионе. 5 игр осталось. Да. Очень тяжело будет. Ну что, я думаю, надо что-то с Дибалой теперь придумывать. У меня просто нет других вариантов. Ну, плюс быстрый удар у него шикарный. Но вот он вообще не подходит по сыгранности, к сожалению. Или может быть это все-таки обратно Чичу. Он-то меня не подводил. Так, если я возвращаю Чичу, мне значит направо по-любому нужен Шурли, а у меня он травмирован. Можно, конечно, Зазу вернуть. Да. Ну, Морец на самом деле вообще ничего не показал. Это, конечно, очень обидно. Вот был бы у меня еще какой-нибудь один игрок из серии А направо. Ну вот и Карди, но такое. Матюиди тоже мне пригодится в будущем. Ну, кстати, Инсинья можно вместе с Дибалой. А Розенберг не нравится. Давайте реально попробуем. Инсинья может быть налево. Тут тогда особо ничего не поменяется. Но вместо Чичарито. Я Диаби, я думаю, точно не забуду, если что, я потом вообще. Ну просто он неплохо у нас играл, действительно неплохо играл поначалу, но все-таки немножечко не хватает. Так, сюда идет Дибала. Так. Ну слушайте, блин, они два итальянца, их бы как-то вот по-итальянски объединить, но тут ничего так из этого не получится. Шай. Только если Зазу вот сюда в центр, ну нет, это вообще бред будет. Дибала, Инсинья. Справа, по сути, можно и Карди воткнуть. И все, будет у меня арендованная тройка, но я думаю, что и Заза неплохо справится. Да, вот давайте вот таким лучше составом сыграем. И как же шикарно Иниго Мартинес сыграет. Просто топ. 72 скорости всего лишь, но физуха 79, защита 82, реально топово борется. То есть прям лучше, чем Мустафи ощущается. Ну что, поехали? Дибала, Инсинья. Ребята, вы мне нужны. Мне надо сейчас 3 очка заработать, чтобы у меня хотя бы 7 было. Я уже дальше там думал, что можно за 4 матча передумать. Из 5 игр мне надо 3 победы. Вот железно никак. Если я 2 матча там играю в ничью или еще что-то. Или какой-нибудь из матчей проигрываю. То шанс-то еще есть, если я 1 проиграю. Но если проиграю 2, то там уже будет вообще впритык. Ну и дальше. Все очень плохо. Ну что, второй наш соперник на сегодня. И... игроки Монако. Французский чемпионат. А вот центральный защитник, это же Глик, да? Руфье на воротах. Ну, в общем, блин, Лаказет на цапе, кстати, я вот об этом думал. Лаказет на цапе действительно неплохо, мне кажется, может быть. Ну, плюс Матюиди, то есть очень такая хорошо собранная команда французского чемпионата.
Не часто я встречаю такие, в основном, типа АПЛ, Бундес. А здесь что-то интересное. И в исторической форме Арсенала. Ну, поехали. Ой, какой хороший пас, Буфаль! А это Инсиньо, я уже привык, что у меня там Буфаль! Инсиньо сразу же забивает! Ой, я говорю, я гораздо больше радуюсь, когда у меня рандомные игроки забивают или отдают голевые. Какой пас Дибала вырезал! Охренительно просто, 1-0. Красиво сделали, так, теперь надо не пропустить еще, удержать этот результат. Так, очень хороший момент, хороший навес какой, Дибала! Ну, ворота же были прямо перед тобой. Инсиньо, хорош. Ой, как он убрал, ой, как он убрал удар! Но, прям в руфье. Вот в угол бы еще прям полетело, как он красиво так переместился, и в самый уголок, если бы мяч полетел. Ой, какой хороший пас, как Лен! Выход один в один! Прям во вратаря бьет. Ну, он, в принципе, не нападающий, поэтому. Ой-ой-ой. Ну да, тут я сам упустил, я был уверен, что он не забьет. Но он все-таки забил. Ну, типа, я надеялся на Вальдес, что в такой ситуации он засейвит дальний угол. Ну да, надеялся на Вальдеса. Звучит забавно. Ой, какой хороший заброс. Ну и снова. Ну и снова Вальдеса нет. 1-2. Очень хорошо здесь перебросил прям. Ну и защитники во время таких забросов вообще ничего сделать не могут. Они просто стоят, потом поворачиваются и начинают бежать. Дибала хорошо очень развернулся. Остановился. Ну! 25 защитников уже прилетели. Да какой офсайд? Я просто попал после рикошета в своего игрока. Вы чё хоть? Ой, это фифа. Я пнул в ворота мяч. Он попал в их игрока. От их игрока отлетел к моему, который был в офсайде. Это офсайд. Новые правила игры. Так, ну я сделал самые последние заменки. Не знаю, на что они повлияют, а на что нет. Инсиньо! Мимо ворот. Подработал ведь под правую. Ну, знай, только закрути. Ой, как хорошо! Бернард! Ну! Ну! Че, опять офсайд? Или что? Серьезно? Может, нарушение правил там? Но мы все равно не забили. Блин, как? Как Инсиньо сейчас пустые помыкнул? Серьезно? Все, мы проиграли. Еще одно поражение и... мы остаемся жить в третьем дивизионе. Ну, правда, мы только первый раз в него попали, но такое. По-настоящему реально хороший момент. Ну, после того, как я забил гол, вот был на 80 какой-то 7-й минуте, когда в упор Инсиньо пнул во вратаря, и потом там какой-то штрафной, что-то вообще назначили, что в итоге их мяч оказался. Ох, так, у Венгера контракт кончился. Ну, с такими результатами я бы вообще его выгнал уже давно. Но у меня просто нет другого тренера, которого можно было поставить. Ну все, я не знаю, кем теперь играть. Че вот мне надо сделать, чтобы железно выиграть следующий матч? Хотя Дибала и Инсиньо неплохо играли, но Дибала даже не забил. Ну, Азар мне вряд ли поможет. Азар мне вряд ли поможет. Бонарфа. Карвахаль. За уже отбегал свое. Ну, Марсиаль есть, в принципе, Баласье есть. Ну да, можно, в принципе, Марсиаля воткнуть вместо Заза. Марсиаль хорош в этой части. Но играть мы будем уже в следующей серии. Спасибо вам большое за просмотр. Увидимся и узнаем в следующей серии, остаемся мы в этом дивизионе или у нас есть все-таки шанс выйти дальше. Счастливо. Новое G2 Deal уже на сайте. Подробности по ссылке в описании.